Вуаль спадает, и перед самарцами предстает памятник семьи Аксаковых, которая признана ЮНЕСКО одной из самых образцовых в мировом масштабе. Скульптура изображает Сергея Тимофеевича, выдающегося русского писателя, автора «Аленького цветочка», его сына Григория, самарского губернатора, при котором появились железная дорога, телеграф и земская больница, почетного гражданина города, а также внучку Ольгу, хранительницу наследия своего рода. Но как же нам это не хранить и не лелеять? Поэтому я, конечно, в восторге, я очень рад тому вниманию, которое оказывается Аксакову, и вот эти святые традиции, на которых держатся устои русской жизни, вот они будут воплощены в нашем деле. Памятник расположился в сквере Аксаковых на пересечении Красноармейской и Фрунзе. На этом месте раньше был дом семейства. От него до сих пор сохранилась кирпичная печь, которую обнаружили при благоустройстве сквера. Мы просто обязаны создавать все новые и новые условия для того, чтобы сохранить память историческую о нашей родной земле. Невозможно любить то, что ты не знаешь. Сам сквер благоустроили благодаря губернаторскому проекту содействия. На площадке установлены арт-объекты, оригинальные светильники в виде пластины закаленного стекла с подсветкой, на которых страницы книги с текстом и иллюстрациями сказки «Аленький цветочек». Дмитрий Алексеевич, я искренне благодарю вас за те возможности, которые дает этот проект. С каждым годом у нас все больше территорий благоустраивается в рамках этого проекта, все больше участников, все больше людей изъявляют желание поучаствовать в этом проекте. Новая скульптура, посвященная семье Аксаковых, изготовлена из бронзы заслуженным художником России Иваном Мельниковым. Изготовили и установили памятник в сквере за счет средств меценатов. Нам важно, чтобы память о замечательных людях, живших в регионе, о тех, кто прославил и Самару, и страну, никогда не исчезала и продолжала переходить от поколения к поколению. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.